У нас 6 утра. Почти. Да, 6. Только на работу приехала. Вот еще светло. Но когда я встаю около 5, в 5 спускаюсь вниз, кухню, там еще темно. Вот скоро и 6 будет темно. Дождя нет, ветра нет. Красота. Вчера пытались купить билеты из Турции в Россию. Оплаты не проходят. И хорошо мне Лена подсказала, что люди, которые живут в России, ну, родственники, знакомые, ей купили билеты, и так все сейчас летают. В общем, короче, жесть. Задолбали эти политики, честно говоря. Коша, пошли вниз. Пойдем? Так, вот, сделали мы лестницу. Все, наконец-то закончил. Вроде как. Здесь вот эти уголки очень сложно было вот эти сделать. Вот вокруг вот это все выпилить по миллиметру под определенным углом. Еще, но он никогда это не делал. И вот первый раз долго возился. Но наконец-то все вот так вот получилось. Коша спит на моем йоговском старом коврике с удовольствием. Только здесь спит у меня под дверью. Я дверь на ночь закрываю, он тут почивает. Вот, и вот здесь вот уголок осталось ему заклеить, приклеить. А так вот лесенка получилась у нас. И еще хотим накладки положить наверх, чтобы закрыть вот эти вот пятна, которые не очистились. Вот здесь я покрасила уже все. Осталась мне дверь. Ручки поменяем. Дверь я еще докрашу. У нас 3 выходных будет. И за эти выходные, надеюсь, солнечный день будет, потому что мне ее надо открывать настежь и красить. И вот тут вот 2 двери осталось покрасить. И эту, и эту. И, в принципе, все. А, вот эту еще дверь, да. Эту дверь. Ну и подкрасить так, подмазать что-то где-то, что до чего руки не дошли. Вот, а сейчас я пришла с работы. Пятница, отдыхаем в субботу, воскресенье, понедельник. И все уже, надеюсь, закончим. Останется там тумбочку покрасить, ну такое, по мелочи. В доме в основном все закончили. Да, Коша? Да? Ты Мурлин? Давай будем смотреть, что я купила в магазине. Давай. Так, ну что? Это мы из таких рюмок коллаген пьем. Чтобы веселее было. Так. Что я купила? Сегодня Теска. Давно туда не заходила. Так как у меня смотрит там камера. Так вот, да. И в прошлый раз, нет, несколько дней назад зашла, и там было очень много, целая полка была овощей на скидке. То есть сегодня-завтра можно их есть, но они нормального качества. Ягоды хорошие взяла и салаты овощные. Вот. И кот боится черных мешков почему-то. Как будто его в детстве туда сажали. Вот. И зашла сегодня, думала еще что-нибудь там посмотрю. Потому что раньше, вот до всех этих туристических повышений цен и вообще этой ненормальной жизни, у нас сейчас всегда там скидки были, но надо еще вечером заехать, посмотреть. Вот, всегда были скидки хорошие, и можно было пользоваться спокойненько. Вот, темно на улице, дождь идет, и это пасмурно очень. И приходится свет включать в 10 утра.
может, к вечеру отличный будет. Вот купила попробовать такой вот хумус. Это не хумус, это в таких же баночках хумус раньше брала, сейчас. Это такие, как сказать, дип, ну, соусы. Два таких взяла, они один с чесноком, другой с чайвс и чеддер, сыр. Я люблю сельдерей, как сказать-то, стебельки такие есть. И вот макать их очень даже вкусно. Взяла себе дабл крем. Сливки добавляю в кофе. Это салатики вот такие вот всегда беру. Готовые. Так, это взяла рыбу самую дешевую, коту. Не знаю, будет есть, не будет. Если не будет, то себе сделаю котлету. Замороженная рыба. Белая. Вчера мы делали этот, тоже, ну правда, тоже замороженная была, купили форель, вот, и он прям с костями, отрезала ему кусочки от хвоста, он прям с таким удовольствием съел. Ну, в Теско форели почему-то не стало вообще давно уже, не нахожу я. У нас в нашем магазине убрали полки уже давно со свежей рыбой. А замороженную я не нашла. Вот хотела тоже взять. Ну, пусть такую попробую. Да, Коша? Ты там у себя поел? Вот. И я взяла курицу. Эти крылышки. И взяла окорочка. Большую коробку. Еда она уходит. Взяла вот огурец. Брала мелкие, но какие-то плохого качества вообще. Мне огурцы не очень здесь. Сейчас я ему отрежу кусочек. И он такой, кот у меня сразу. Кот. Вот когда иногда еду какую-то предлагаешь, он вот даже на нее не смотрит. Не то, что там понюхать или там что-то там надо попробовать. Нет. Натуральный мужик. Никогда не это. Никаких лишних телодвижений. Он залез. Залез. Куда залез? Куда залез? Залез в сумку. Сейчас я тебе отрежу. Подожди. Подожди. На, попробуй. Ну, она мороженая, не будешь холодная. Подожди-ка, я нагрею. Ну, давай. На. Нет. Понюхала все. Форель ему подавайте. Ну, все. Не хочешь, не надо. Завтра, может, сделаю котлеты. Но опять кабачок забыла взять. Опять в магазин ехать. Добавляю котлеты, кабачок всегда. Кабачка-то у меня и нету. Кстати, я искала кабачок. Не нашла поиска. Вот это все пока на сегодня. Сейчас поем. И дождь идет на улице. Как противно это. Погода такая, там все мне говорят, от жары загибаемся во всех концах света. В Англии, вернее, не Англия, а Манчестер. Это сплошной мочевой пузырь. Ну, без конца льет и льет и льет. Ладно, так, надеюсь, выходные будет солнечно. Закончу весь ремонт, уже уберусь, все приберу, почищу. Прям вот мне уже надоело это все. Вот, и все. Что-нибудь другое придумаю. Чем заниматься. И заниматься ничем тоже скучно.